Продолжаем цветочную тему, и сегодня мы с вами будем подвешивать своих зеленых друзей различными современными способами. Например, в скорлупе от кокоса. Вот такой экологичный вариант, дополненный ярким этническим орнаментом. Подвесные полки разных форм и размеров отлично подойдут для экспозиции суккулентов. Сделайте по два отверстия с каждого конца доски, проденьте шнур и подвесьте на стену при помощи кольца. В последние месяцы у меня ни один сюжет не обходится без упоминания о спилах. А как иначе, если материал этот натуральный, практичный и весьма красивый? В данном случае я предлагаю подвесить спил на кожаных ремнях. Воздушные суккуленты будут комфортно и просторно себя чувствовать даже на деревянных палочках. Такие подвески займут минимум места, но сделают помещение максимально самобытным. Чтобы создать вот такую вертикальную подвесную конструкцию, придется немного повозиться. Распилить доски на квадраты, проделать в них отверстия и покрыть морилкой, подвесить их вертикально на прочные канаты. Но посмотрите на результат, по-моему, он стоит таких усилий. Из натуральной кожи также может получиться неплохой вариант кашпо. Вырежьте круг и сделайте в нем прорези в шахматном порядке. Здесь действует принцип создания новогодних гирлянд. Когда вы прорежете все отверстия, кашпо обретет свою конечную форму. Не оставляйте без внимания и старое доброе макраме. Чтобы осовременить эту неактуальную, в общем-то, технику, используйте неоновые нитки или трикотажные шнуры. Подвесить то, что у вас получилось, можно не просто на крюк или гвоздь, а на фактурную ветку, которая поставит жирную точку в этой натуральной истории. Пяльцы, собранные воедино замысловатой конструкцией, станут уютным домом для вашего любимого цветка. Вы можете взять как один круг, так и несколько, соединив их между собой при помощи клея и ниток. Малыши-суккуленты наверняка обрадуются вот таким трубчатым подвескам цвета латуни. Маленькие отрезки трубы можно прикрепить к стене магнитом, а уголки просто подвесить на бечевке. Необработанная доска, прозрачная банка и металлический хомут – вот рецепт создания идеального мини-огорода с душистыми травами. Он наполнит ваш дом благоуханием и отлично дополнит интерьер в стиле Прованс.